Ярославле искали водителей, которые не уступали дорогу пешеходам. Автоинспекторы вышли в рейд. Место проведения – оживленное Суздальское шоссе, пешеходный переход у 8-й больницы. Нарушителей в этот раз оказалось немало. С подробностями мой коллега Игорь Шевченко. В теории пешеходный переход – это безопасное место для идущего по дороге человека. На практике же получается так, что многие водители, чтобы сэкономить несколько секунд, буквально наезжают на ноги проходящим пешеходам. В этот раз особое внимание уделили Суздальскому шоссе. В вечерний час пик здесь большой поток автомобилей. Главная задача инспекторов – не наказать, а добиться взаимного уважения от всех участников дорожного движения. Водитель на дороге защищен листами стали и сидит в комфортном кресле автомобиля. Пешеходы более уязвимы. По словам многих, пропускают далеко не всегда. Ну, 50 на 50, наверное. То есть, когда иногда да, иногда нет. Бывает страшно, когда едет автобус, а вторым рядом машина выскакивает. Вот так страшно. Водители находили самые разные причины своего проступка. Кто-то поторопился, кто-то отвлекся, некоторые возмущались разметкой и организацией дорожного движения. За время рейда составлено 7 административных материалов. Пешеход был без светоотражающих элементов, поэтому мне было его не заметить. Если бы он стоял справа от меня, я бы его и заметил. А так как он стоял с противоположной стороны дороги, дорога широкая, он еще не вышел на пешеходный переход, он просто стоял, дожидался, пока мы остановимся. Из-за этого мне в темноте было его не видно. Вторая часть рейда – поиск нарушителей среди пешеходов. Не все знают, но закон гласит, в темное время суток при передвижении вне населенного пункта на одежде человека обязательно должны быть световозвращающие элементы. Достаточно даже небольшого стикера. Водителю будет проще разглядеть пешехода на дороге и снизить скорость. Человек не пострадает. За несоблюдение этого правила – воспитательный штраф – 500 рублей. Они обязательно должны у вас присутствовать на одежде. Возьмите, пожалуйста, здесь основная информация, как их использовать. И вот с инспектором. Годиков-то сколько полно? 20. Документ ваш, будьте добры. Количество дорожно-транспортных происшествий в осенний период напрямую зависит от ухудшения видимости из-за раннего наступления темноты, пасмурной погоды. Негативным фактором является также и то, что пешеходы не используют световозвращающие элементы. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток. По статистике, с начала года в Ярославской области на пешеходных переходах произошло 79 дорожно-транспортных происшествий. 75 человек получили травмы, 6 погибли. Игорь Шевченко, Олег Вольский, главные телевизионные новости.